Сегодня в Санкт-Петербурге начала свою работу 20-я международная научная конференция «Реальность этноса», посвященная 90-летию Института народов Севера, в котором у нас принимает участие в составе делегации доцент кафедры родных языков, культуры и быта Института развития и образования Дедок Валентина Романовна и председатель Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Хилик Маргарита Анатольевна. Для североведов, для всех регионов Дальнего Востока, Севера и Сибири 90-летие такого института имеет огромное значение, которое с 1930 года готовило кадры для работы в тяжелых условиях Севера из тех же представителей коренных малочисленных народов. И я с гордостью хочу сказать, что одним из первых выпускников этого института был мой дед Адуканер Петр Васильевич.